уже вечер субботы, и я уже собираю свои вещи для того, чтобы уходить из семьи. Все, пока, мам, я пошла в другую семью, где меня будут любить, ценить и уважать. Пока, дочь, ты пока. Меня даже не поцелуешь. Спасибо, и тебе тут. Давай. Квартире. До сих пор. А ну, может, она? Возьми трубку. Давай, перезвонишь. Слышь, а ты тоже, дверь открыта, их нет. Я же подумала, что ты сама легко поверить, да? Ну да, она еще говорит, ну так, мне кто-то звонит. Я говорю, может, это она? Бери трубку, перезвони. Ой. Да, я тебе... Нет, я тебе серьезно говорю, я не знаю, что мне делать. Конечно, мам, я одна тут с кошкой сижу. Позвони, пожалуйста, Хатуне. Я не знаю, я не могу до нее дозвониться, ни до кого. И написала и Вике, и всем. Я не могу дозвониться, их реально нету. Так может она от тебя возьмет, она специально, может, от меня не берет, я не знаю. Может, позвони, может, она возьмет, скажет, что они прикалываются или где-то сейчас. Ну, я не знаю, мам. Я проходила, ничего нигде нету. Ну как я через полчаса как вышла, приехала где-то. Ну да, давненько уже. Реально уже потемнело, я не знаю, что себе думать. Ты эмоции свои снимай на камеру. Ты, мам, видеоблогер сраный, знаешь? Да? Ну это прикол был, пранк. Алло. Серьёзно? Сидим, скажи все, и просто шучу. Вас снимала скрытая камера. Что? Миша звонит и говорит: алло, добрый вечер, я звоню вам по поводу рекламы. Ты поверила мне, мам? Да. Серьезно? Тут бред, что я одна сижу. Дверь открыта, я зашла. А ты на Алика? Он говорит, блин, зайди, пошутили. В общем-то, короче говоря, я сейчас буду уже снимать линзы, смывать макияж и ложиться спать. Завтра день, кажется, будет очень интересным и насыщенным. По-любому он таким будет. Вот я уже буду готовиться ко сну. И всем пока. Вика, доброе утро. Тебе Миша передал кое-что. Поэтому... Пойди, бери. Спасибо. Пошлите, Вика будет читать. Давай. Читай, нам тоже интересно, о чем Миша написал. Привет, Вика. Я уже здесь. Добро пожаловать в семью. Каждое утро я голый купаюсь на Днепре. Поэтому вот полотенце вперед. Да, вот. Да прикол. Шутка от мамы. Хорошо. Привет, Вика. Добро пожаловать в мою семью. Мой отец спокойный и уравновешенный человек.
Мама, я в нее. Есть брат Елисей. Он добряк, с ним легко договориться. И сестра Виктория. Она ничего не сделает за тебя, а может еще и навалит своего. Если в это утро ты проснулась самостоятельно, а не от крика «Чья очередь делать завтрак?» или «Поменяйте туалет кошки?» Значит, тебе уже повезло. Радуйся. Живем мы дружно и весело. Передаю тебе задание. Вообще, у меня уже выстроилась личная жизнь, в которую не лезут. Футбол, видео, барабаны, работа, автошкола, вокал, секонд, универ. Обязательным пунктом является помощь по дому. У меня это или уборка ванной, или кухни, или приготовление ужина. Что тебя может удивить? Это молитва за столом, за прожитый или предстоящий день. Также мы благодарим Бога за еду на столе. Всегда. Сначала друзья удивляются, а потом быстро привыкают. Воскресенье – семейный выходной день. Утром мы идем в церковь. Не всегда, но вы пойдете. Надеюсь, ты познакомишься там с моими друзьями. Они крутые и мега талантливые. Кстати, я там играю на барабанах. В семье у нас действует дежурство по кухне. Так что поздравляю, воскресенье ты дежурная. Тебе нужно будет помыть посуду, убрать полку и помыть печку. А потом лежи и залипай в телефоне. Но вечером у тебя урок по барабану. Тебе нужно его посетить и чему-то научиться. И да, радуйся, что не футбол или вокал. Все. Живи и наслаждайся жизнью. Вечером может предстоять просмотр фильма «Подсемки», «Чипсы». Не дайте маме выбирать фильм, это будет что-то нудное и старопердунское. Чу-чу-чу! Что будет что-то нудное или старопердунское. Ну, такое-то тоже было. Или поход на долину роз. Все. Вот, как тебе, Вика? Что у тебя первое впечатление? Ну, это самое первое. Я уже собралась идти на Днепро. Днепро понравилось, воленькой, да? Эх, полотенце закинула на плечи. Нет, прикольно. Я удивилась молитвой, конечно. Мы такого не делаем просто вообще. Ну, что-то новенькое. Посмотришь. Доброе утро. Готовлю завтрак, выходное, воскресенье. Вика, ты вышла? Да. Ой, я с камерой. Секс-бомб. Мы, короче, это две доти, это вам не одна доти. Потому что мы думали, у нас Миша долго в ванной сидит. Вот. Я так по-быстренькому еще решила. Мне повезло, потому что я успела первая помыть голову. Собираемся. Самое интересное, это когда семья собирается. И никуда не успевает. Мы собрались, мы выходим. Да. Все молодцы. Да. Миша, ты как на картинке стал? Все, выходим, вызвали такси и идем. Едем. Едем всей толпой. Сейчас будем ровно. В общем-то, мы уже выехали на первое задание. Едем в церковь. Там все вам покажу и расскажу свои впечатления. Я в таком ни разу не была. Это для меня мой первый раз. Мне понравилось. Это все. Но судите. Судом правильным. Не судите по наружности, но судите судом правильным. Слушайте, мы попали в такую... Все, идем домой. Вышли с церкви. Сейчас спросим Вики на мнение дома. Я буду фаршировать перец. Дети отдыхать. Да, наконец. Вы меня не отпускаете отдыхать. Я буду мыть посуду. Да, Вика мыть посуду. Спрашивали, где Миша. Ну, половина людей знают, что он не дома. Не знаю, откуда. Всем привет. Как говорят видосы. Но они, наверное, его смотрят, не меня. Миша, наверное, Назару сказал. Назар... Сыночка трубку не берет. Хоть бы домой вернулся. Контроль. Я вас не знаю, говорю. Ну да. Все. У меня новая семья. Скажет, понравилось.
Не, не берет. Вика идет, разговаривает с мамой по телефону и просто коры мочит. Ее записывать надо. Но у меня опять выключена камера. Лариса говорит: Вика, зайди домой, видео надо смонтировать. Она говорит: нет, мам, у тебя вон сыночек, один, второй. Вперед, работайте. Идем домой. Это цирк. Это, боже мой. А вон семья. Ай, танцуют, танцуют. Привет. Хорошо вам. А вам это, еще одна дочка не нужна? Миша! Ты вообще что ли? Ой, как я испугалась. Ой, дурное. Взяли мы напитки. Наши мужчины, Миша и Елисей, муж и Елисей, ушли домой. Работать, играть. Один работать, второй играть. Елисей работать, а муж играть. Мы с напитками сидим. Хочу сейчас Вику спросить первое впечатление. Ну, вообще, вот ее состояние, впечатление, мысли по всему этому, как анализ. В общем, Вика, да, тебя да, что-то, тебе легче, если тебе что-то спрашивать, или ты сама? Ну, я вообще сама хочу больше сказать, но можно я потом еще доспрашиваю. Да, хочу сказать, что вообще изначально шла, и мне было страшно. Я боялась, ну, в принципе, неизвестность какая-то была, знаете, приду. А было такое вот, типа, как сектанты там или вот? Нет, такого не было. Ну, я вообще говорю про то, что я как пришла вчера вечером, и я даже рада была из дома идти, потому что мы с мамой поругались, я думаю, нам пару дней полезно не видеться. Ой, не могу, Вика. Да, потом, как бы, в церковь тоже для меня это такое, что-то очень странное, к этому всегда с опаской отношусь. Да-да-да. Я не люблю церкви, там, попрошайки всякие. К церкви всегда относилась с осторожностью, потому что никогда не любила. Для меня это все какой-то обман, пытаются людей надуть, затянуть. И, ну, не любила никогда. Мама тянет вечно в ту церковь, я этого не понимаю. Мама тянет в православную, да? Да, да. Вот, поэтому, ну, для меня это что-то вообще новое, в таком я ни разу не была, и камера, по-моему, не на меня. В общем, мне понравилось, это прикольно, все поют, танцуют, все счастливые, все здороваются, знакомятся. Ну, очень коммуникабельно и классно, реально, очень приятно. Ну да, такое, просто ты чувствуешь себя членом социума. Да, и историю интересную рассказал мужчина. Ну да, это получается, он считается как пастор, проповедник. Да. Хотя проповедуют вообще разные люди. Вот Миша проповедует иногда. Самый кулачок. Это будет круто. Мы с Мишей по-другому. Там сложнее. Мы встретили Мишиных друзей. Привет, Миша. Ой, не могу. Очень сложно. А что? Привет, Миш. Ой, не могу. Где-то пошел на шашлыки на рыбалку. У них удобно, там... слышишь, в церковь люди ходят, а он... А мы идем, а они дома, и орет нам с крыши. Они живут, у них окна выходят на крышу, над море. А, и он орет: сектанты! Привет, что вы, помолились, говорит. Мы уже дома. Я кушаю арбуз. Мама готовит эти фаршированные перцы. Эти собрали зрители. Почисти этого. Можно автограф? Можно автограф? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. В очередь, пожалуйста. Вот. Сейчас будет автограф-сессия. Мне придется мыть посуду. Да-да-да. Очень не хочется это делать. А Миша нормально, да, на шашлычках? Как скучно мы живем. Да-да. Вот. Так как я сегодня дежурная по кухне, мне просто мы живем по-настоящему, а они там придумывают. Да, вот так. Такие у нас дела. Вот и настал тот час, когда надо перемывать всю посуду, которая накопилась. Да, еще полку деревянную убрать. Еще полку убрать, плиту помыть. Дело не в провороте. Хозяйство. Да, буду заниматься. Спасибо, Миша, за дежурство. Стукнула в стену камень. Ты этот, ревизор, да? Туда. Говорю, ревизор. Да. Сыночек, включи свет, а? Не люблю, чем... Я уже перемыла всю посуду, я молодец. Сейчас буду заниматься любимым Мишиным делом.
ляжу и буду втыкать в инсту и на ютубе, наверное, что-то посмотрю. Вот, поваляюсь. По плану сегодня еще занятие на барабанах. Тоже, мне кажется, будет очень интересно, потому что я в жизни ничем подобным не занималась. И для меня это вообще все новинка. В принципе, я в восторге от того, что происходит. Очень все необычно, интересно, классно, весело, приколдесно. Вот так вот. Мы уже пришли почти все кушать. Мама моя мама. Моя мама приготовила перчики. Вот. Как ты любишь, дочь? Как я люблю, да. Майонезом. С салом. С арбузом. Да, вот. Сейчас подождем, пока остынет, и будем кушать. Зовите Елисея. А пахнет я. Да, короче, тут такое дело, Виталик зовут его. Да. Он сказал, что ему денег не надо, и мы скажи, хотим что-то купить. Да, что ему купить такое, чтобы... Бананы, шоколад большой, что вот. Да, ничего не надо покупать. Конечно, ничего не надо. Колхозник. В смысле ничего не надо? Человек будет заниматься. Шоколадку, бананы. Что людина кушает? А что ты злой? В смысле? Мама не задалбывает. Мама отвлекает. Мы уже идем на барабаны. Взяли всю аппаратуру. Себя. И направляемся. Штатив у нас будет мой. Да, с обмотан скотчем в пакетах. Угу. Красивый. Вот. Но уже. Боишься? Ну, немножко. Угу. Я немножко переживаю, потому что для меня это все в новинку и все первый раз. Мой первый раз. Поэтому да, боюсь, что сейчас ничего не получится. Мне скажет, слуха нету, кинет меня палочкой, и я уйду. Так все получится. Конечно, вот. Если не получится на барабанах, дома на синтезаторе тебе научу. Там точно получится, да. Да. Там включим самограйку, и ты будешь нажимать одну клавишу. Да, хорошо. Все, мы уже идем, почти подошли. Привет. Привет. Я сегодня... Меня Вика зовут, я заместитель Миши. Пришла учиться играть на барабанах. Окей. Что-то сложное я по-любому сегодня еще не сыграю, а такое что-то простенькое. Я думаю, ты сразу сыграешь что-то джазовое, авангардное, и сразу будешь фирмачом за одно занятие. Так обычно это и происходит. Да? Хорошо. Думаю, мы сегодня запишем твой первый альбом. И у нас, типа, думаю, через пару дней мы подпишем контракт с Warner Brothers Music. Ну, посмотрим, сегодня там, что завтра. Ага, ну я думаю, в следующем месяце приходите ко мне на концерт. Я еду в тур. Я думаю, что это будет в Калифорнии. Да, да. Вот. Ну, я просто скажу пару слов. Це барабани, це обична барабанна установка. Да, обична барабани це отак 4 або ще такий же барабан, тут буде сумарно 5 барабанів. Мікрофони це для того, щоб знімати звук, бо я записуюсь для чувачків, типу пісню записую. І це все, вони виходять туди в звукову карту, вона включає до. Є 4 удара, вони всі 4 граються правою рукою в кет. Тобто раз, два, три, чотири. І вместе з цим ударом на один йде бочка, на два йде робочий. Тобто вместе. На раз йде бочка кет, на два йде робочий кет. Бочка кет раз, на робочий кет. Раз, два. І це все зациклюється. В принципі, ніяких хитрості немає, просто граєш одновременно. Головне заставить розв'язати свої руки і ноги, щоб вони дозволяли тобі робити це все независимо. Тому що хочеться зіграти постійно. Коротше, везде. Бочка або везде робочим. Потренируйся просто бити больше. Да, просто побить так, что ты трошки чувствуешь этого удара.
четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Вика молодец. Вика молодец. Виталик молодец. Это очень здорово. Я вот решила, думаю, ну что я сижу, мама, три детей дома. Пойду на барабаны тоже буду ходить. Мало мне работы там, готовки. Все, Вика большая умница. Да? Боже. Боже, это так красиво, когда девочка за барабанами, я дочку опомню. Вот он синтезатор, у нас клавиши дома, а там Викторию на барабаны. Дочь, ты идешь на барабаны. А я в детстве вообще мечтала играть на барабанах, тоже на барабанах, на синтезаторе. Я фанатела просто от ранеток. Да? Да, была такая группа, они распались. Ну, в детстве до лет 6, там, до 10, где-то так. И я думала, блин, как бы классно было бы, если бы я играла на барабанах. Я никогда бы не подумала, что так может моя мечта просто... Прикинь, сбыться. Ты как намечтала тоже. Да. Надо правильно мечтать. Да, вообще, я в полном восторге. Я со штативом. Ты как с букетом со штативом. А я не теряю возможности, я лычи подсобрала. Тут очень много овощей. Сейчас как раз мы в том районе, где я учусь, возле универа будем его проходить. Я тут думаю, может забрать документы, ну и эту учебу. Вот, ну кому нужны эти переводчики? Если такой барабанщик пропадает, такой талант. Короче, Миша занимается нужным делом. Да, да. Интересная жизнь, оказывается. Да. Он, наверное, тоже про твою так думает. Не, самое главное, что, знаешь, сейчас это все очень доступно. Потому что не обязательно идти в музыкальную школу. Можно брать частные уроки и все, и заниматься. Барабаны вообще у нас у друга барабаны, электробарабаны. Такие классные. Михась хотел перекупить, но у него не хватило денег. И мне кажется, что Виталик бы не продал ему. За ту сумму, которая у Миши была, он хотел. И я еще была. Я как представила, что у меня дома барабаны. Мне и так... весело, а то бы еще было. Оно все равно, хоть они электро, какой-то минимальный звук издается. Но это классная вещь, электробарабаны. Да. Так что, Лариса, думаю, две Викиных зарплаты. Не, не две, но чуть больше. Да. Могут быть у вас барабаны. Ложи, ложи, там положу. Вика выбирает на коктейль. Так, поехали за жидким мылом. Идем за жидким мылом, потому что все уже вымыли. Сейчас я не канадью. Три девицы на полу. Говорят ерунду. Говорили ерунду. Вика, теперь твоя очередь. Как бы я была царица. Молвит красная девица. Красная? Да. То осталось бы жить. Он и приенок. Теперь я. Как бы я была царица. Мы лежим, у нас такая идиллия. Мы с Викой еле приползли. Мы с дуру купили арбуз, зашли в магазины. Водитель подъехал. Класс, мы рады. Это мы отправляем Мише ноут, чтобы он там делал видео для Ларисы. Собственно, выполнял Викину работу. Хотели передать им перцев, 4 штуки фаршированных, но Вика говорит, что никто там не ест их. Да. А еще если бы даже ели, они бы их не ели, бо они бы боялись, что мы туда что-нибудь подсунули. А если бы даже мы ничего не подсунули и передали, они бы ели, они бы могли начать дрыстать по эффекту плацебо, думая, что мы что-то подсунули. Мы Вике предлагаем, что когда мы будем фаршировать перцы, будем звать ее к нам на ужин. Говорит, Вика, приходи на ужин. Тебя никто не кормит перцами. Да. Бедняжка. У меня есть вкусный мел с меловой горы. Я его вожу с собой 5 лет, потому что обожаю. Михась в нашей семье тоже единственный ребенок, ну, после меня, который любит мел. И сейчас мы Вике говорим, ты, Михась, давай,
И вот она ест мел. Ну как тебе? Невкусно. Как невкусно? Аж сладенький. Вообще вкусный, не сладенький. Какой же вкуснее, скажи? Ну когда не? Может, он помел. Особенно все пробовали школьный мел. Это, Дотя, за коктейль приниматься надо. Я работаю, потому что там просто делать. Как я ей говорю? А все, Вика, 4. А, да? Это уже да, я не буду, да. Это потом или дольете себе, или что? Да, это... Я потому что мороженое сразу подаем, чтобы... А кто выигрывает? Выигрывает пока что ничья. Я вообще так не люблю, когда, если честно... Боже, какой срач, конечно, виден. Тазики, ковшики. Все, 1, 2, 3, пора. Ну, уже уставшая. Это что? Это да? Mortal Kombat. Не люблю почему-то такую игру. Сейчас Вика с Елисеем? Да. Все будет. Как думаешь? Давайте ставки сделаем. Дотя, ты за что? Давай на посуду. Если выигрывает Вика, то посуду моешь ты. Если Елисей, то я. Выигрываю? Ты за Вику? Я за Елисей. Да, я думаю, Вика выиграет. Все, вам Вика посуду сразу. Да? А, ты ж... Мама, готовься. Елисей, ты меня не подведи, иначе сам пойдешь. Нормально, Вика, а ты мне тоже так скажи. А, это я тебе должна сказать. Вика, ты меня не подведи, иначе сама пойдешь мыть. Тем более, ты сегодня дежурная. А вот это мигает единичка, это что такое? Это заряжен джойстик. Да, но он не выключит у меня, а то будет нечестно. Теперь поехали. Все, Алисей, все, хана тебе. Мой посуду, мама, сразу. Почему это? Потому что просто сейчас ты поймешь. Что я сегодня? Я пришла, чтобы покушать и надрать тебе задницу. Как видишь, Алисей, я уже покушала. Так что готовь задницу. Хорошо. Блин, я не могу! Я уже искупалась и сейчас вытираю косметику с лица и слышу, как на кухне очень тихо и мило беседуют и Миша, и Виктория, и Елисей, и Вика. То есть я это к тому говорю, что не всегда, знаете, какие-то шутки, прибаутки. Есть и просто вот такой вечер, когда кушают арбуз и общаются. И общаются о поступлении, об учебе, о том, как было в прошлом, как муж учился. Про покупки, супермаркете. Ну, просто как дополнительный английский. Я недавно узнал. Сыночек, ты как вот, знаешь, казанская сирота. И сись ты не сядешь, и лях ты вже не підеш. Ты або стол выдвинь, сядь. Кем хочешь работать? Переводчиком. А что делать? Слепый через дорогу. А я не до там. Каким летчиком лед колоть. Хорошо тут у вас. Меня аж в сон клонить начало. Настолько хорошо. Слышь, Вика тихая такая, да? Да, мне кажется, ну, да? Просто стесняется, не открывается. Да. Дома, конечно, если дерутся свои, если что делать. Я уже переоделась, помылась, смыла всю косметику, помыла голову. И уже, в принципе, готова ложиться спать. День сегодня был очень тяжелый, очень насыщенный и интересный. И я очень устала. Ну, это такая усталость приятная, реально, потому что постоянно что-то происходит, и что-то очень интересное, новое, необычное для меня. Вот, я уже такая вареная. Вот, поэтому сейчас буду ложиться спать. Я думаю, что завтрашний день будет не менее интересным и не менее насыщенным. Посмотрим завтра с утра, что будет в письме, какой план на день, и все. Всем пока.